Овен – это знак, который в первую очередь любит свободу, свободу действия. Это значит, к нему пришла идея, и он сразу же, немедленно хочет ее воплотить. Поэтому для Овна идеальный выходной выглядит так. Я встаю рано утром, мне пришла идея поехать за город в новый развлекательный парк. Звоню друзьям. Кто-то может, кто-то не может, неважно. Главное, чтобы как минимум двое были готовы сесть в машину и поехать. И, конечно же, понимаете, для Овна вот это вот незапланированное приключение может говорить о том, что по дороге вдруг он осознает, что у него закончился бензин, а они забыли прихватить с собой еду. Но не беда, потому что Овен, он очень вдохновленный. Когда у него есть путешествие, и вокруг него есть друзья, то любое препятствие можно преодолеть. Главное, чтобы это было не запланировано, спонтанно и достаточно интересно. И Овны получат от этого потрясающее наслаждение.